Всем привет! 9 июня в Астане состоится традиционное ледовое шоу «Денис и друзья», которое объединит известных фигуристов из разных стран. Казахстанский спортсмен уже не раз представляет отечественному зрителю свое шоу, но в этот раз обещает сделать его еще более интересным и готовит несколько сюрпризов. В этом году ледовое шоу будет посвящено празднованию 20-летия Астаны и пройдет в Ледовом дворце «Барыс-Арена», на льду которого уже идет подготовка к масштабным представлениям. В числе звезд мирового фигурного катания выступят Каролина Костнер, Елена Родионова, Джереми Эббот, Янь Хань, Алена Савченко и Бруно Массо, Кэтлин Уивер и Эндрю Поже и многие другие. В числе почетных гостей ледового шоу будет Татьяна Тарасова, одна из самых известных и уважаемых наставников в мире фигурного катания, воспитавшая огромное число олимпийских чемпионов и чемпионов мира в этом виде спорта. Как известно, среди ее учеников был и Денис Тен. Татьяна Анатольевна – это не просто легендарный тренер и безусловный авторитет в мире фигурного катания. Это прежде всего мой ученик, человек, принципами, которые я следую и по сей день. Ее приезд в Казахстан очень много для меня значит. Мне хотелось бы не только представить ей казахстанское ледовое шоу, но и прежде всего поделиться нашей культурой, рассказать о нашей столице в этот юбилейный для Астаны год. 20-летие столицы – это событие, которое празднует вся страна, и приезд Натальи Анатольевны станет настоящим украшением для спортивного сообщества в Казахстане, рассказал Денис Тен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока!